Valya, your first career win. You look pretty happy about this. Конечно, очень рада. Действительно, это первый раз у меня в такое в большом спорте, что именно в пасюте и именно первое место. Я очень рада, счастлива. У меня очень много эмоций, внутри все кипит. И, если честно, в данный момент я еще пока не осознаю, что действительно я сегодня победила. Но мне очень приятно. И то, что Ирина Старых вот такая соперница сильная, и мы с ней на финише, как можно сказать, показывали, кто сильнее. So is this a very emotional day for you? Ну да, потому что уже третий этап подряд, и усталость накопилась, и в последний день, можно сказать, в этом году, последние гонки, и я вот так завершила этот год. Я очень рада, счастлива, и мне очень приятно. What were your sister's first words to you? Ну, я еще пока ее не видела, но я думаю, она меня поздравит. Thank you. Congratulations. Спасибо. Спасибо.